Санкт-Петербурге есть немало мест, окутанных ореолом тайны и мистики. По самым известным из них готов провести любой коренной горожанин. И гидов наберется столько, что экскурсия будет длиться бесконечно. Можно и без всяких экскурсоводов найти места, которые считаются аномальными. Стоит лишь только почитать немного об истории северной столицы. Правда, к этим указанным в популярных путеводителях аномалиям, как правило, петербуржцы уже давно привыкли. Более того, они считают их обыденностью, за которой проходит городская жизнь. Но есть и такие места, о которых знают немногие. С таинственной и порой зловещей аурой. Они как магнитом притягивают людей, заставляя совершать странные и необдуманные поступки. И самое загадочное из этих мест – обводный канал. Те, кому случалось проходить вдоль набережной обводного канала, особенно в районе Боровского моста, ощущали странное желание приблизиться к краю набережной и перелезть через ограждение. Темная вода властно зовет к себе, мутит рассудок. Кто поддается наваждению и отвечает на голос бездны, бесследно исчезает в пучине. Петроградская осень 1923 года ознаменовалась невероятным количеством самоубийств. За несколько месяцев около сотни человек без жалости расстались со своей жизнью, бросившись почему-то именно в бездну обводного канала. С наступлением 1924 года самоубийства здесь прекратились. Однако в 1933 году на участке от Боровского моста до так называемых американских мостов вновь было зафиксировано более сотни случаев попыток сведения счетов с жизнью. Люди бросались в воду в течение всего года. Но с началом нового, 1934-го, все так же внезапно закончилось. Эпидемия самоубийств на берегах обводного канала вспыхивала строго через 10 лет. В 43-м, 53-м и так далее до нового тысячелетия. Мистическая загадка этого странного и зловещего места не давала покоя ни горожанам, ни властям, которые вынуждены были признать, что на берегах одного из самых известных каналов Санкт-Петербурга творится что-то неладное. К разгадке тайны были привлечены разные эксперты, но каковы были результаты? Исследование проводилось еще в 30-е годы. Действительно, вот какая-то криминогенная обстановка вблизи этого канала, она действительно была, ну, значительно выше, чем в других районах Ленинграда. И на это обращали внимание милиция и, в общем, не знали, что делать. Понятно, старики, старухи рассказывали, что это вот древнее проклятие. Ну, понятно, в обкоме партии ленинградском это не воспринимали. Представители официальной науки и прикомандированные к ним криминалисты так и не смогли тогда дать хоть какой-то вразумительный ответ. Во всяком случае, никаких публикаций по результатам работы экспертной комиссии не было. При этом массовые попытки броситься в пучину обводного канала продолжались с завидной регулярностью. И продолжаются до сих пор. Местные жители, не понимая происходящего, не имея официальных и научно обоснованных версий, начинают верить в неких злых духов и проклятия предков. И особенно боятся здешнего тумана, как предзнаменование зловещего исхода. Туман, возникающий на берегах реки, который, по словам очевидцев, хватает и пытается утащить, затащить в воду, это души утонувших там людей. Утопленников в этих местах не просто много, их там чудовищно много, начиная с момента строительства города. Это все-таки болото. Соответственно, духи пытаются увеличить свое количество, отомстить живым по-своему. Завесу над тайной пытались приоткрыть исследователи аномальных явлений, экстрасенсы и эзотерики. Последние лишь дали рекомендацию. Надо поднимать страницы истории. Возможно, там кроется разгадка.
Участок обводного канала от Боровского моста до устья реки Волковки в Петербурге с глубокой древности считался местом нехорошим, даже проклятым. Об этом месте говорили еще Петру Первому, предостерегая его от активных строительных работ на левом берегу Невы, когда самодержец затеял возвести северную столицу. В 1703 году, когда началось грандиозное строительство, даже Петра Первого местные старики предупреждали, что ладно, вот на этом острове можно возводить что-то, вот на том нельзя, вот в этой местности лучше ее обойти. Ну, понятно, Петр человек решительный был, он особо, так сказать, суеверием не отличался, и поэтому предостережения мало на кого действовали. Как ни странно, но с петровских времен и вплоть до 20-го столетия обводный канал горожан особо не беспокоил и с ума не сводил. Во всяком случае, никаких сообщений об этом не было. Началось все как раз в том самом 1923 году. В начале лета, во время прокладки теплотрассы в районе нынешнего автовокзала, рабочие глубоко под землей наткнулись на некое каменное сооружение. Гранитные плиты, расположенные в виде круга. Поверхность их была испещрена непонятными надписями и знаками, а под центральной плитой обнаружились истлевшие человеческие кости. Вызванный к строительному объекту известный питерский археолог Гвоздицкий был потрясен. Он распознал в находке прекрасно сохранившееся капище с изваяниями идолов, а под ним захоронение. Ученый сразу прикинул возраст капища. Ему было не менее 700 лет. При этом артефакты имели угрофинское происхождение и, скорее всего, принадлежали языческому племени ижоров. Там, где появился Санкт-Петербург в 1703 году, все это называлось когда-то раньше Ижорская земля. Тоже бушевали страсти, разные племена. Ну, в основном, почему Ижорская земля? Потому что больше всего вот населяла эту землю ижорцы. Когда пришла новая религия христианская, конечно, потеснили местных язычников. А тогда уже вовсю процветали культы свои, ставили они, местные жители, идолов своих, и деревянные, и костяные, в общем, каменные изготавливали. Все это новая религия потеснила, причем пришли быстро, очень надо было уничтожить следы язычества, но это оказалось не так просто. Обнаруженные рядом с обводным каналом древние языческие артефакты представляли собой очень ценную находку, практически не имеющую аналогов в мире. Археолог потребовал прекратить строительство теплотрассы и начать подробные раскопки. Но его грубо осадили и обвинили в подстрекательстве к саботажу. В итоге судьба уникальной находки оказалась печальной. Ломовые извозчики отвезли гранитные плиты и изваяния в камнерезальную артель «Свободный труд», где из артефактов напилили бордюры для мостовых Лиговского проспекта. А человеческие останки сложили в мешки и вывезли на свалку. Через несколько дней в обводный канал бросилась прачка. Спасти ее не удалось. С этого момента Боровский, Новокаменный, Предтеченский мосты и железнодорожный виадук близ речки Волковки стали излюбленным местом тех, кто решился свести счеты с жизнью, а пик самоубийств пришелся на осень. Милиция была вынуждена выставить на мосту и виадуке посты, чтобы всеми мерами препятствовать попыткам граждан броситься в пучину. Тем не менее, в том году волны обводного канала навсегда сомкнулись над головами 89 человек. Спасти удалось лишь одного. Им оказался ответственный работник одного из городских учреждений. Большевик с 1903 года, который был лично знаком с Владимиром Ильичем Лениным. Ответственному работнику повезло. Вместо глубины он угодил на мелководье, где и сидел с отбитыми ягодицами, пока его не вытащили пожарные.
Несостоявшегося самоубийцу отвезли в приемный покой городской барачной больницы, в так называемые «боткинские бараки». Оказали необходимую помощь, после чего им занялся известный питерский психиатр Петр Ефимсон. О чем беседовал врач с пациентом, осталось тайной. Но то, что случай неудавшегося суицида был явно неординарным, это факт. В крайне возбужденном состоянии Ефимсон метался по больнице, бормоча одну и ту же фразу. «Этого не может быть. А впрочем, кто знает? Кто знает?» Что заставило большевика со стажем и уважаемого в городе человека внезапно решиться на суицид? И какая сила уберегла его от гибели? Похоже, что какие-то догадки у известного психиатра уже были. В обыкновенном совокупном сознании горожан всегда происходит борьба двух начал – добра и зла. Добра и зла. И, конечно, на обводном канале превалировали силы зла, сохраняя вот то представление об обводном канале, которое дошло, до сих пор дошло до нас. После первого случая спасения прыгнувшего в обводный канал человека, счастливчиков, кого водолазам удалось выловить, значительно прибавилось. Все они после неотложной медицинской помощи отправлялись под наблюдение Петра Ефимсона. После дежурства психиатр систематически отправлялся в городские архивы, разыскивая документы, в которых содержались бы сведения о каких-либо таинственных происшествиях, связанных с районом обводного канала и речкой Волковкой. И то, что Ефимсону удалось обнаружить, поразило его, особенно когда психиатр стал сопоставлять данные архивных документов с откровениями, выловленных из обводного канала пациентов. Позже он расскажет об этом. Но сначала Петр Ефимсон решил досконально изучить исторические летописи. Средневековая хроника Эрика Боскова гласит: в 1300 году шведский маршал Торкель основал на устье реки Охты крепость Ланскрон. Владычество Швеции на берегах Невы закреплялось жестоко. Отряды маршала огнем и мечом прошлись по карельским поселениям на реках Кема, ныне Фонтанка, и Сутилла, ныне Волковка. На одной из лучин Сутиллы шведы наткнулись на капище, где идолопоклонники устраивали нечестивые шабаши, принося в жертву своим богам животных и собственных младенцев. Гнев ревностных христиан был беспределен. Солдаты с ожесточением принялись сокрушать истуканов. В разгар погрома из густого ельника появился безумный старик отвратительного вида и стал призывать на головы погромщиков месть всех сил тьмы. Солдаты в припадке ярости убили старого нечестивца, но их тут же постигла суровая кара. Сколько их там было? Может, 100, 150 вот на судах, которые пришли. В общем, на следующий день они все умерли. Ну, считается, что перепились напитка из мухоморов. Ну, а в предании, конечно, говорится, что это проклятие местных племен, которые уничтожили их. На самом деле, механизм проклятия – это очень сложное явление, которое до сих пор пытаются объяснить ученые. Но чем дальше они забираются в эту область, тем хуже, тем гуще лес незнания и догадок. И поэтому до сих пор механизм проклятия существует только на стадии гипотезы. С тех пор это место на берегу реки Сутилы, ныне Волковки, что впадает в обводный канал, считалось зловещим. Только сила старинного заклятия никак не проявляла себя, пока в 1923 году языческие мегалиты, которые эту силу сковывали, не были разрушены строителями теплотрассы. После чего злой дух колдуна, сдерживаемый в земле более 6 веков, вырвался на свободу. Вот что удалось выяснить в ходе продолжительных архивных поисков доктору Ефимсону. По его мнению, все самоубийства, произошедшие в разное время на обводном канале, нельзя считать обычными случаями суицида. Это убийства, но недоступные ни восприятию, ни пониманию окружающих, что самое страшное, писал психиатр в записках.
Во всяком случае, те из спасенных, которых он обследовал в больнице, очутились в канале не по своей воле. Одних толкал туда голос извне, столь свирепый и жуткий, что не подчиниться его приказу было невозможно. Других вдруг подхватывала невидимая страшная сила и швыряла в канал, словно беспомощных щенков. За период своей врачебной практики, длившейся почти до 1944 года, Петр Ефимсон наблюдал более трех десятков таких пациентов. И все они, по его словам, были людьми здоровыми, не страдающими какими-либо психическими расстройствами. Единственное, чему питерский психиатр не смог найти объяснение, это магическая цифра 3, третий год десятилетия, когда злой дух проявляет свое присутствие. По всей видимости, цифра имеет некое воздействие на дух колдуна, поскольку в древнекарельских преданиях тройка всегда связана с черной магией и колдовством. Читаем в записках. По кратности цифре 3 с момента отквернения самого по себе капища происходит открытие самого, ну, скажем, портала для принятия новых жертв. То есть каждый вот этот вот кратный промежуток времени окрашивается громадным количеством крови. Кстати, в 1993 году на зловещем участке канала утонуло 303 человека. Факт гибели этих несчастных был списан на банальное самоубийство. Через 10 лет, в 2003 году, данные о самоубийствах на обводном канале оказались засекреченными. Интересно, что в тетради доктора Ефимсона много раз повторяются слова некоторых пациентов, не тех, кто бросился в воду с целью свести счеты с жизнью, а тех, кто жил в домах на берегу обводного канала. Эти люди приходили на прием к психиатру и рассказывали о тумане, который словно живое существо кружил их по набережной и толкал в воду. Они дрожали от первобытного животного страха. Опять этот зловещий туман. На Земле есть места, где почти всегда стоит густой туман. Бывает, что люди сутками блуждают в нем и не могут выбраться. В старину говорили: «Леший кружит» или «Кикимора морочит». Говорят, именно такой туман выползает на набережные из обводного канала. Человек, попавший в него, теряет ориентацию во времени и пространстве. В страхе, смятении и растерянности кружит он на одном месте. Бывало, что после таких происшествий люди сходили с ума. Это так называемые хрономиражи. Есть такое понятие, сейчас вот оно сейчас так называется. Это какие-то возможности перемещения в пространстве и времени. Именно там могут находиться какие-то порталы, какие-то ворота в мир, который нам еще предстоит открыть. Постепенно известный питерский психиатр Петр Ефимсон стал превращаться в жертву собственных исследований. В его записях появилась странная недосказанность. Некоторые фразы были пропущены. Летом 42 года он напишет: «Видел это. Невозможно понять. Он оглушил». Потом снова: «Это охотится за мной». Доктор боялся поверить своим ощущениям. Он не был готов к встрече с мистикой. Или все-таки был? На предпоследней странице дневника Петра Ефимсона осталась такая запись. «Темный кошмар, обернувшийся явью, витает над городом. Число жертв неуклонно растет. Кошмар нужно остановить». При этом психиатр, сам того не осознавая, стремился рисуемый в своем воображении кошмар испытать на себе. Энергия места как таковая, еще раз напоминаю о тех камнях с капища, она притягивает подобные желания людей. У человека может возникнуть импульс, и подобное место его разовьет и усилит до реализации. Почему и говорят, что нет ничего страшнее, чем, в общем-то, мысль. Мысль – это уже 50% сделанного дела. Пока что на обводном канале неспокойно. Известно много историй о встречах с призраками.
Кто-то видит смутную фигуру. Кто-то вполне реального человека, которого можно рассмотреть в подробностях. Те, с кем это случилось, редко рассказывают о том, что некая сила испугала их или даже ударила, пыталась задушить. Пережить это снова готовы далеко не все люди. Поэтому канал продолжает собирать жертвы. Не только погибель, но страх, боль, горе, бессонница. Любая отрицательная энергия – тоже жертва. Ну, известен случай, когда 10 лет назад, 9 лет назад, рассматривали такой проект, как зарыть обводный канал или его как-то закрыть, чтобы там пустить магистраль. Но человек, который занимался этим проектом, когда вернулся, он просто умер. Но это тоже факт. Может быть, это, конечно, совпадение. Но такая ситуация была. Вокруг обводного канала постоянно появляются новые легенды и слухи. Сама набережная этой водной артерии города – место очень неприглядное. Порой настолько мрачное, что люди избегают отдельных кварталов. Стараются прокладывать свои маршруты движения так, чтобы никогда не попадать сюда. После войны набережную несколько раз старались привести в порядок. Построили новые спуски, съезды, мосты, парапет. Почти все облицевали гранитными блоками. Последняя реконструкция была проведена в конце 20-го столетия. И когда работы по облицовке набережной уже подходили к финалу, по городу поползли слухи, что гранит, из которого резали блоки, привезен из зоны Чернобыльской катастрофы, и что вся облицовка сильно заражена радиацией. Это, конечно же, миф, но он попал на благодатную почву. Гранит для набережных обводного канала не имеет никакого отношения к Чернобылю, но местных жителей в этом не убедить. Они уверены, что канал притягивает зло, а значит, и эти камни таят угрозу. Художник Владимир Духовлинов, который всю свою творческую жизнь посвятил родному Петербургу, интуитивно чувствовал недобрую энергетику этих мест. Тем не менее, эта энергетика его притягивала и заставляла по-своему видеть окружающую среду. Он написал обводный канал тремя красками. Красно-коричневый, символизирующий человеческую жизнь, серый, неопределенность бытия, и темно-коричневый, уход вниз, провал, связь с потусторонним миром. Такими же цветами рисовали свои ощущения и пациенты доктора Ефимсона во время лечебных сеансов. А вскоре и сам психиатр погрузился в такие же мрачные мысли, и все они были связаны исключительно с обводным каналом. А потом доктор исчез, растворился в этом мире. Возможно, он узнал, как остановить проклятие обводного канала. Но сделать это ему не удалось. Его последней записью в дневнике были всего несколько слов, написанных неразборчивым почерком. «Потерял хлебную карточку». Дата – 26 октября 1943 года. Цифра, кратная началу его поисков. Пропажа хлебной карточки в блокадном Ленинграде означала смерть. Обводный канал по-прежнему остается местом мрачным и малоприятным. Возможно, когда-нибудь здесь снова забурлит жизнь, пройдут страхи. Но все это произойдет, по мнению исследователей и эзотериков, только тогда, когда будет снято проклятие древних язычников.